Итак, мы посмотрели, как это работает на клавишах фортепиано. А теперь давай посмотрим, как это построить на грифе бас-гитары, электрогитары или акустики. Мы начинали с гаммы до мажор, давай то же самое сделаем и здесь. Давай построим аккорд до мажор, или сначала мы построим гамму, а потом вернемся к аккорду. Итак, мы вспоминаем 2 тона полутон, 3 тона полутон. Я уже вам показывал универсальную аппликатуру, при помощи которой можно построить любую мажорную гамму от любой ноты в пределах грифа. Давайте посчитаем ступени этой гаммы. Раз, два, три, четыре, пять. Единственная у нас проблема — это с ноткой соль. У нас есть открытая нотка соль. Таким образом, мы можем заменить последнюю соль на открытую первую струну. Итак, мы зажимаем первую ступень гаммы, это нотка до. Затем мы берем третью ступень гаммы, которая нотка ми. И берем открытую нотку соль. Играем вместе. Мы построили с вами мажорный аккорд. Пользуйтесь!